Я приветствую вас на «Транзистор-шоу». Проект, в котором музыка встречается в самых необычных местах. Сегодня на нашем ринге панк в тяжелом весе. 17 лет, отменного угара. Группа «Смех». Спортсменам и не только. Очень приятно вас всех видеть в спортзале.
Вы, наверное, впервые здесь, в принципе, как и мы. Жизнь длинная штука. И наверняка когда-нибудь мы все встретимся опять в спортзале. Только не для того, чтобы быть красивыми, а для того, чтобы быть здоровыми и живыми. Но следующая песня называется «Не ссать». Еще раз. Yeah.
умоляю, купи мне пиво, я умоляю, дебил от бока, я умоляю, купи мне пиво, дебил от бока, организатор, куда ты прешь, не твой фарбатер, а так покрою эти затеи, ты просто лох, это потеря, дебил от бока, организатор, куда ты прешь, не твой фарбатер, а так покрою эти затеи, ты просто лох, это потеря, ты просто лох, это потеря, ты просто лох. Спасибо. Наконец-то мы теперь понимаем, как потно в спортзале. Если мы будем с такой скоростью и частотой играть, то мы сыграем через 15 минут, все уйдут. Все уйдут или можно? Мы уйдем? Не, мы не уйдем. Здесь давно. Мы специально подбирали хит-лист для сегодняшнего выступления. И в него входят все песни, связанные со здоровым образом жизни. А Макдональдс – это не здоровый образ жизни. Заткнись. Пока мы не дошли до Макдональдса с тобой после выступления. Массу же надо, массу. Мы сыграем вам песню, значит, такого характера. Те люди, которые употребляют алкоголь и ходят в спортзал, они обычно мимо проходят него и идут сразу в отрезвитель. Это я печатно сед уроды в синей форме. Кухер, да садись в машину, а тебе по морде. Совковая машина, нехорошая машина. Послушай, иномарка, портовая фронтера. Очистят все карманы, снимут все одежду и в камеру посадят, и в камеру посидит. А где-то поздно ночью выгорят как гада. И сказка скажет, домой идти. Помогите мне, друзья, не давайте мне бухла. Дайте лучше закурить сигаретку, что-то. Помогите мне, друзья, не давайте мне бухла. Дайте лучше закурить сигаретку, что-то. А потом придет тебе какая-то бумажка. А просто не бумажка, а вонючая квиташка. Надо бы пойти и оплатить ее в перкассу. А я возьму ее и вытрою какашку. Очистят все карманы, снимут всю одежду и в камеру посадят, и с камеры посиди. А где-то поздно ночью выгорят как гала. Сказка скажет домой идти. Помогите мне, друзья, и давайте мне бухла. Дайте лучше закурить сигаретку, что-то пить. Помогите мне, друзья, и давайте мне бухла. Дайте лучше закурить сигаретку, что-то пить. Стоп! Дрон, тебе песня следующая, так как ты в очках, нормальный пацан. Ты смотришь на меня, видишь?
видел тебя на проспекте. И тут тебя будто паришься в какой-то секте. Паришься, паришься, паришься вместо того, чтобы людям всегда улыбаться. Тебе хочется, сука, с кем-то подраться. Посмотри на меня, я не белый. Посмотри на меня, я не черный. Посмотри на меня, я не красный. Ты волнуешься зря и напрасно. Посмотри на меня, я не белый. Посмотри на меня, я не черный. Посмотри на меня, я не красный. Ты волнуешься зря и напрасно. Свои булки в качалке. Уже какой-нибудь тёлочке кинуть три палки. Если не хочешь прожить на казённой квартире, прочти пару книжек, а лучше четыре. Посмотри на меня, я не белый. Посмотри на меня, я не чёрный. Посмотри на меня, я не красный. Ты волнуешься зря и напрасно. Посмотри на меня, я не белый. Посмотри на меня, я не черный. Посмотри на меня, я не красный. Ты волнуешься зря и напрасно. Пивко, да? Лайк. Только самый настоящий уебан может пробраться в спортзал с пивом и стоять здесь просто в очках, как бы, походу, он еще таблеток наелся каких-то. Нормально, нормально. Никто не видит. Один мой друг сказал, наблевав за угол где-то, он сказал, я никого не видел, пока блевал, значит, меня тоже никто не видит. Ну, это нормально. Следующая песня про здоровый образ жизни. У нас вообще все песни сегодня про здоровый образ жизни. Надо правильно питаться, друзья. С самого утра и до вечера ходить в ресторан «Золотые дуги». Солнечный день, чую беду, и я в Макдональдс иду. Там есть сортир, он меня ждет, а остальное меня не ебет. Уютный унитаз и теплая вода бесплатно. Гамбургер, чизбургер, поебать. Люблю в Макдональдс.
вот такие дела, друзья. Нас местные еще не хотят убить, все нормально. Они там тренируются специально. Сейчас мы выйдем, короче, по удару каждый получит. Разогреваются. В детстве, там, где жили мои бабушка с дедушкой, у нас был один друг, Вовчик. И он, мы когда уезжали постоянно в Москву, он постоянно подходил и говорит, нужно, короче, вам всем в душу прописать, каждый из всей тусовки. Иначе плохо долетите. Вот так же вы все будете уходить, и вам кому леща, кому в душу, короче. Ну, такие законы, что поделать. Какие да. законы? И знаешь, куда идешь, знаешь, в какой стране живешь. А следующая песня. Следующая песня о том, что мы-то знаем, в какой стране мы живем. И следующая песня называется «Санкции». Спасибо! Обрезал. Обрезал уже давно. В детстве обрезал. Теперь нечего тирать. 7:40. Ну и следующая композиция. Специально мы как и говорил, что мы готовили хит-лист. Без этой песни точно не обошлось бы сегодняшнее мероприятие. Я уже вспотел, накачал мышцы языка и лба, поэтому следующая песня и будет называться «Нет мозгов».
качайте мышцы! Какой был ты тупой, наоборот одевал ты шмотки. Сейчас ты большой, супер крутой, ты можешь ударить любого, выпив дешевой водки. Потный, грустный и на всю башку весь мозг. Качайте мышцы! Спасибо огромное, друзья! Добро пожаловать на наши концерты. И чтобы вам всем не было обидно, мы сыграем вам еще одну песню. Хотел бы я послать всех нахуй. По-моему, очень здоровое мероприятие. Еще одна песня. Последняя. Не пизди своим ребятам! Ребята, все свои, не пизди своим ребятам. Ребята, все свои, не пизди своим ребятам. Ребята, все свои, не пизди своим ребятам. Ребята, все свои, ребята, все свои. Смех! Всем спасибо! Спасибо! Всем здоровья! А теперь бухать!